Привет, Сум. Привет, Сум. Наша работа называется «Природа человека», и она о подлинности и природной сущности человека. Я хотела сымитировать такое своего рода галерейное пространство, только в витрине, и оставить такое состояние рабочего процесса. Во всех скульптурах отображены реальные люди, с которыми я познакомилась в Инстаграме. Наши профайлы всегда создают какой-то спектр мифов о человеке. Работа называется «Мое сокровище». Как символ статусности, роскоши и такое стабильное капиталовложение в нестабильные времена. Моя робота, вона якби крутиться навколо певного образу, який я ось використовую як свій nom de plume. І це такий іконічний образ такого спортивного чоловічка, який є архетипом такого київського спортивного хлопця. Работа, которая в ЦУМе сейчас представлена, она долго созревала, потому что изначально эскизы, на которых она основана, они были мною сделаны на основе планов города Киева. Красота в несовершенстве. У меня есть прямая ассоциация, и это человеческое тело. Тело может трансформироваться в любой объект, или в керамику, или там в плоскость, в рисунок. Это что-то живое, часто несовершенное, но в этом есть его красота. Для мене ЦУМ – це якби є дуже важливий елемент репрезентації київськості. Об'єкт, вокруг якого зараз концентруються прогресивні люди, відбуваються цікаві колаборації, дуже класна команда.